долго осталось позади. Перед нами бескрайние просторы России. Мастара лашитало паранапата. Ну и... Сюда, дядя Артём. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как король число. Верстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал, на оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. You still talking, mate? Ooh. Все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то непочатый край. You stand on it? Что, тоже покурить вышел? А это дело. Nah, I'm good, man. Вот еще не решил где костюмами заниматься. Забирай, курва. Пробирай. Забирай. Ну ничего, продышимся. What are you doing, wife? Вернулся. Ну как? Какие еще гениальные планы начальства? Хотя не надо. Ну, братцы, помянем, князь. Артём, тебя полковник в рубке ждет. Да ладно вам его хоронить. Это же князь. Помните, как он из библиотеки пришел? Тоже ведь поминали уже. Ну, он тогда вообще выдал. Мы уже разлили. Сэм сказал, все. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэм сказал, а тут князь встревает. А мне чего не налили? Артём, вот иди сюда. Я говорю, из библиотеки тогда вернулся. Слушай, удалось связаться с Ковчагом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Декодер. Ковчаг, от 200. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. Связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием! Да, да! Слышу вас хорошо! С кем я говорю? Как к вам? Мы подъезжаем к цели нашего долгого... Ямата-банка! ...бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я... We're going to the... Was it like a mountain kind of thing? El Mountain Reno und das Mountain Reno. That's the mountain. Там особо из-за радиации следите. Прием. Есть. Well, I tried. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете? И шли мы к этой цели не неделю, не месяц. 20 лет целую жизнь. This is awesome. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише, что ты? Скрипи. Дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку и задраиться наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на дрезине. Подождите там нас с Артемом. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтал, а как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь?
Ладно, давай с нами, а то все. А, щит! Даже не сомневайся. Дерма, стоп, машина! Добро рот отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас делаем. Степан остается за старшего. Все ясно. Так точно, товарищ полковник. Отлично. Поехали. Не себе чего тут убили. Не хуже, чем Москву. Это точно. Видишь, как склон вскрыло? Интересно, сколько золотых похоже? Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Отлично. Конец связи. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артём. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Probably all dead, man. Никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. О, это дрянское место, честное слово, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой welcome committee и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Назовитесь. Полковник Мельников, прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними, пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. It's a trap. Ох, вонюшки, никогда подземелье не любил, но тут-то ты совсем с душей воротил. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. It's a goddamn trap. What does that say? Речь-то подготовил, а то как заклинит тебя, это же сам министр. Чё на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Пф.
What the fuck? Incest? Oh my god. He's gonna die, I feel it. I have a feeling he's gonna die. What the fuck? Twin Peaks? Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? I knew it. It's been taken over. It's been taken over by fucking golems. Пока я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Literally. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите откланяться. Да я вас зубами рвать буду! Всех вас под корень, до войны еще надо было! Но я сейчас вас урою! Выжечь, мразь эту! Давно не приходили, а теперь покушаем! Go get him, motherfuckers! Артём! Пока!
хватит, Сэм! Подождите, хватит! Все к ногтю! Но сначала найти Алю! Простите, если там я немного погорячился. He does happy at least. I don't want to waste my bullets. That was so much bullets. Лифт такой, exactly. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут, так что придется разделиться. Oh, I gave them back. Бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Never mind, lol. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Артём, твой этаж. Yeah!
Эх. Oh my god, what the fuck happened? What the fuck? Shotgun trap? I wish it was fast to like do that. Say Oh, my mouse scared the shit out of me. No, I don't want that. Why would it in there?
зачем туда стрелял, а? Нахрена? Ну, там же этот! Ну, нет! Так и меня убить могу! Surprise! Go! No! Oh. I thought it crashed, but it just tabbed out. Beautiful. Interesting. What a fucking shithole.
Oh my god. You reload today? Jesus fuck. Oh, I thought it was that. What in the love of God? Okay, okay, okay. I need to craft stuff. If it's possible. I need some. Got some health packs. Doesn't look like a can craft anything. Why can't I craft the fire stuff? No, I didn't want that. Let's get 3 medkits and then we get rid of the scope.
But I don't wanna lose my AK. This, I feel like this is just, I don't know what the game wants me to take. I'll find a new AK eventually. Maybe I can craft one new one. Артём, ты цел? Слава богу. Идём, доложим полковнику. Папа, это я. В медблоке Артём меня нашёл. Слава богу. Молодец, Артём. Куда я теперь? Там как раз лифт прямо по коридору. Поднимайтесь к нам в командный центр. Идём. Приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну, ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили, так что... Тебе не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти? 20 лет людей жрали. Ты понимаешь? А, простите. Я, как летёха сопливый, повелся. Сам министр обороны меня примет. Тщеславие весь убило. Еще честь им отдавал. Ковчег, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только те со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Хрен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя, нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают.
А внизу это что? Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Вы бы поторопились, тут жарковато стало. Идиот, все нужно забрать. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаю все. В темпе, в темпе. Все готово. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось. Именно что обошлось, Сереж. А если в следующий раз не обойдется? Это, конечно, да. Но ты что, собралась жить? В том-то и дело, что нет. Но хотелось бы все время, что мне осталось повезти вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему привязалась. Fuck, I miss my AK. This thing is not... Well, it's probably good, but... Сэм, хватит, запрыгивай! Я ленту добить хотел, чтобы назад не брать. Тяжелая! Fucking hell. С этим местом, похоже, окончательный over. Пора и в настоящий правительственный бункер. Rip all bullets. И я, кретин, поверил этим с Ганзы, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука, мадафака, блядь. Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Всех. Кто-то готов? Такое пойти. Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда?
Спутники. Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если... Сателлита! ...хуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. What a disaster! 3 months on the road. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдет. You okay, my wife? Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! A car? Артём, машина! Baron, we're in Mad Max territory now. Holy shit, man, the graphics. Whew, so good. Не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознулись около дома с антеннами. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов. Готовимся к обороне. Кинаган, that's mine. Поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи, а значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Yes, sir. А твоя дрезина, наш состав. Oh my... Where's... Oh, I don't want to go around with this huge ass gun. Like, what happened to the working bench? Что там с помещением, идиот? Damn, I didn't expect this kind of look. Russia do have everything. Oh wait, the rookie match moved. Fuck, there's no AK here. I gotta find a new one. Fuck this thing. Tender animation. Ну, я пошел.
craft a little bit of those. And then when I find an AK, I'll get rid of this fucking thing. Артём, подожди, я с тобой. Прошвырнёмся, может, полегчает. Стёпа, ты же еле ходишь. Лучше отдохни, пока не твоя вахта. Вот и правильно. Артём с Дамиром просто на разведку. Не воевать ведь собрались? А если нападут на них? Тогда они сразу обратно. А тут вы с Сэмом их прикроете. О, oh, wait. Что, отдохни пока. Can change here. Да, верно мыслишь, Катя. Now we're talking. Can't replace the Tinkar. This looks not as cool as it did before, though. Is this even the same weapon? Yeah. Alright. Get some bullets. There we go. I'm happy with that. Save. Let me have a look at it at least. No bullets. This needs to be silent one. Move, boy, move. There we go. Suppressors